Доброе время суток. Сегодня в заточке нож Мора с клинком из углеродистой стали. Выглядит он вот так вот. Похоже, что нож уже был в заточке. И, возможно, даже не один раз. Что с ним можно сделать? Да, побило его жизнью неплохо. Отшлифовать голомень, заточить по спускам в ноль, сделать небольшой микроподвод. Микроподвод от слова микро, а не макро. Ну, можно еще прошлифовать обух. Пожалуй, все. Окей, продолжим. Вот так вот нож выглядит после завершения работы. Голомень была отшлифована на планшайбе. Кто не знает, это станок для заточки парикмахерских ножниц. А вот спуски выведены на апексоиде эльборами, следы от которых были убраны барайдом Т2. Микроподвод на Чарли Форест, природный камень. Раковины остались. Вот такие. Да, в принципе, и шлифование было декоративное, чтобы больше, чтобы убрать ржавчину, чем убрать царапины. С этой стороны тоже есть, но уже повреждений меньше. Ну, в принципе, попробуем, как режет. Так, все.